Бодрый день, друзья! С вами рюкзак с рюкзаками, и мы смотрим модель Discovery 15 от фирмы Scott USA. Мне нравится, как он выполнен из твердых материалов по старым технологиям. Чем-то мне напоминает Декан Хили Про, которые были первые сделаны. Он, в принципе, недалеко от них ушел. Конструкция точно такая же. Вот если начинать с малого, то это карман для очков. Хочется верить, что очки сюда, конечно же, залезут. Просто меня вот это смущает, то, что здесь узкая часть. Но на самом деле он, конечно же, для очков сюда положил. Вот здесь даже вот есть такая мягкая ткань, что на самом деле не во всех рюкзаках делают. Я не сразу нашел вот эти три стропы для крепления борда, потому что они крепятся вот здесь, как потайные карманы. Очень здорово. Если будем каждый отщелкивать и убирать, мы уже... Даже, смотрите, здесь есть такая плотная ткань и крепление для дополнительных карманов загрузки. Вот эта штучка здесь есть. Вообще выглядит он очень футуристично, хоть и сделан был давно. Здесь две общие молнии, они как раз делают нам второй карман. Вот он так, хоп. И здесь вот может поместиться аж бутылка. Да, он вот такой большой, объемный. И можно его сразу убрать, и как будто он обтекаемый получается. Вы с так большой скоростью на борде летите, и обтекается экран. Ладно, это я уже что-то. Здесь есть еще резинка, на нее можно что-то крепить, но я даже не в курсе. Отделение для гидратора. Ну а спинка тоже очень интересна, потому что здесь есть карман для документов. Каркас внутри, вот такие две петли, отделение для ноутбука, вот еще стропы, чтобы все вот это все держать, чтобы у вас ничего не разлетелось. Выглядит он очень качественно. Единственное, что у меня вот, я не понимаю, почему такие вот слабые фастексы сделали. Ну, они самые на самом деле простые. Они будут служить, вопросов нет. По всем вообще остальным параметрам мне очень нравится, как лямки выполнены. Они очень упругие и хорошие по площади. Их сделали, ну, широкие, самое главное, чтобы на плечах сидеть. Спинка на десерт очень крутая, здесь две клипсы есть, вот мы можем... Она вообще выглядит как здоровый такой панцирь. Люблю крутые спинки. Так, оп, вот отстегивается. Здесь такая вот специально, здесь подуха. Она вот так вот выходит еще раз. Еще два. И вот так вот. Смотрите, какая конструкция. Вот все предусмотрели, чтобы можно было на возвышении, на гору, горку, сесть на скамейку и ни от чего не отморозить. Еще какой-то карман здесь внутри сделали. Вот оно. Очень здорово. Мне прям нравится, как все выполнено. Выполнено качественно. Хорошая защита для спины. И еще поясной ремень сделали с каркасом. Когда вы будете его надевать, вот на самом деле это вот действительно вам могут бить по спине с ноги, и вам ничего не будет, потому что здесь очень классная защита. Вот, рюкзак брать надо, пока он есть.